Ну, я можу у турбо вступити. Да я поесть схожу, пока вы его бьете, давай Я я сделаю. тоже не ел нахуй, я пришел сразу в рейд, блядь, крышу. Слышь, да ты охуел, парень. Так, ПГП. Я 40 до увеличения. Ёбало, там две кипешечки. Даже, блядь, читать не умеешь, блядь, делать, что-то с кого-то наёбывает, пиздец. Смоньте, короче, эту трубу. Так, кого нас выкинули? Извиняюсь, это нормально. Возможно, давайте. Да, я считаю. 9 ГП, а снял 41. Ты дебил или дебил? Подписывайся, смотри журнал. Для мастера. Там минус беру, забрали, ты мой проёб. Вот это что
Нужно больше ярости. Сумон, дайте, если тут. Сумон. Дайте ассиста, либо левый. А, шкаф пропал. А, ты уже тут. РЛ, да, никто там, турбо. Не нужен шкаф, уже все здесь. Экстурка перетащили меня, 5-4 пати. Все, тебе отдали РЛ. Ставлю рыбу. ДЦ, моссовка там. Бычьи головы, хули креста. Мне в ДД? Да. Сомалийский мейн танк Авенсон. Оф. Кулаков. Ну раздайте кулаки, но пан будет орать на АП, и он будет вам сбивать кулаки. Лут поставь сразу. Во время боя вам орут. Пан тут. Орёшь на АП. Блядь, я нечаянно слитый баф, но он сбил хорошо. Ай, назад. Все стоим под боссом. Да. Кто лужи не выносит, вайпает рейд 500 гп. Лужи не выносит, вайп, не вайпнулся рейд пару сдох, по 200 гп. 100 гп по моему желанию. Электрошам. Пан. Турбо. Электрошам. Давай сейчас будет лужа. Я попал. Турбо готов. Турбо кусает Вайда, я кусаю Шансу.
постараюсь. Сейчас будешь бегать за мной перед хером. Готовимся в центр. Ушли в центр, тотем антихера. Самсунг, блять. Да вот, я справа стою. Я бежал пол рейда за тобой. Кусаем ДДшников. Геру дали. Читами, алё. Меня взорвало. Берни ему. Шансон кусает раздавак. Раздавака. Подойди ко мне, раздавака. Ну вот шейпер. Я тебя укусил, сдох из твоих. Это не специально приоришь, да? Да. Блять, 3 FPS-а, блять. Готовимся в центр бежать. Пытаем антифера. Ой, назад гим на хп. Шансон кусает просич. Ничего себе, как по заказу. Турбо-ГЦ. И сразу напало, заходи туда. Слышишь, ну шпшником он холик так не херово вообще апает ДПС. Ой, это парола. А, не, это не парола. Это... Так, Морса забирает. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Мастер, ты видел, что он написал? Сейчас приду. Пусть там. Ронь, ронь. Кому надо, потому токену на рыло уходит. All spear, main spear. Это, турбо, турбо, турбо. Заходи на пало сразу. Секунду. Шкаф поставьте. Да у меня он тут, я прибегу. А, все. Мастер, чё? Возьми на валитрию Шреддера, ему штаны надо оттуда. Я его могу поменять. Так, и на косту? Да. Ну слушай. Пиздец, ни один токен на воина не упал. Так, шансушка, поставьте. Ой, не то. Поставьте локи.
Шкаф, да, самолейский. Он сказал, 5 минут отойдет. Трэш без него убьем. Я тебе сказал, можно. Чё, пулить? Ждите, хилов не вижу. Бывучие головы где? Да хилы тут. Поехали. Пуляйте. Сомалийского нету там. Давайте, пуляйте. Зачем он нужен? Чтобы охотницы на мне не было, да? Я в нее 3 каунта дал. Шредер летит в целка. Ты уже за это время долетел. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Жалкие достойно жить после смерти. Я тебе трех ставлю. Сомалийский тебя не пустит, инс, потому что мне трэш очень много.
Ну, маленький, я тоже сильный. Двое, либо трое полетаем, если ты попал в нить. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстань, ты никуда лучше не летай. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Электрошам Гера летал? Нет. Что там долго вам еще? Нечестивости. Благодарю вас. Надо подождать. Так, рыбу ставлю. Где? А, вот. Начальникус, МК, дай по маликету. Мастер, я релогаюсь. Я ПГП включу, чтобы претензий не было. Давай. Шредер кулаки разбил. А, да, убил. Сомалийский, да. Бегу. Шкаф. Я уже прибежал. Да блин. Казун, все по стандарту. Включаешь демонический доспех и встаешь под босс. Пошлите потом Синдру, а? Нет. Чего, лучше Синдру потом. Дай мне лидера, что ли? Угу.
Вот шейпер. Шейпер. Вот. Можно и без него, нет? Секунду. Мы уже дождались. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои! Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Я пока не могу использовать эту способность. Скоро порталы. Давай против с вами. Ой. Чё, Маликет, как думаешь, захилим, нет? Ну скажите, я дух еще кину. Мы могли бы захилить, по идее. Последний портал. Берем один. И ждем конца. Гера.
покончить с этими нечестивыми тварями. Сука, два кольца. Это надо было рейд заскринить нахуй. Такс. Выше всех начальник. Чё меня обогнулась она? А кто рулил? У начальника 5к ИП. Ты чё? А почему мне показывает у них процент ролла 139к? Ну еще раз, блядь. Ебать, у меня у них приор показывает 139, на. Какой назад вин? Кинь на 26 этот. Что за нахуй, пер? А чё у них ГП не начислено? Я не понял, на. У кого? Где стандартные ГП пропало все? Ничего не кусо показывает один ГП, нахуй. Все это показывает? Нет, тысяча. Значит, у меня багнулось. Кто там выше всех, посмотрите. А кто рулил? Кинь так на ролл, да и все. Значит... Я не вижу, Пэра. Ладно, посмотри, что. Ну, сейчас кидай, я увижу. Ой, ну зад, походу. Ой, ну зада 26, начальнику с опять 30. Да, ой, ну зад. Да, ой, ну зад, мне что-то, блядь, багнулось, ну. Так, поскольку это РДДшная за фол. Ну там Миша Про, походу, выше цели, да? Мы не на Синдру идем. Миша Про и вот Шейпер. Миша Про. Так, Миша Про, Миша Про, где ты у нас? Вот тут у нас. Вот Шейпер второй, да? Да. Миша, просто кинь там этому, блядь. Лрей, что упало два кольца. Теперь так, половину рейда буду менять сейчас. И меняй мне на работу. Сколько не было? Не было. А давай-ка зуму плащик тогда. Микстурка перекинешь с ГП. Вы что думаете, вам, блядь, эти плащ отдам за 10%? Хуй вам, блядь. Скинул, нет. Теперь так. Царь. Что? В рейд. Сейчас подожди, с человеком разговариваю. Кинь пати, я ему объясню. Так отдай ты плащика зуму, сколько тебе раз говорить нахуй? Ты хочешь за свои ГП отдать?
Возьми царя в пати. Угу. Ну, тогда давай ему плащ. Если он второй по пару идет. Проф. Я царем не могу заменить, потому что я другого человека меняю царем. Хоть пар не багнулся. Так, смотрим на. Ойнуза тут. Казум, Шансунг, Фелшал, Электрошам. Электрошам даже выше идет, блять. Казум, а что ты пиздишь мне? Электрошам, ты плащ ролил на хила? Да, я ролил. Ну. Тем более у него апгрейд. Еще раз говорю, отдаешь следующему ППРу, кто ролил. Перепрыгивать так нельзя. Так, будем менять людей. Шансунг тут? Угу. Раз. Два. Кто там еще на замене у нас сидел? Я. Джованни, заходи. Так, Маликет. Плащ у Электрошама. Ой, блядь. Еще 800. Лучше пердвет истинным. Тык. Все, вы свободно можете уходить. Шейпер чуть. Шейпер на работу. Ну, я думаю, тут половина дохуя. Шреддер как минимум будет забирать. Это... Нет, начисляется за этих боссов 2-300, за остальных боссов еще больше. Да, я систо пока не там разбираюсь. Есть те, кто не знает, как бить этого босса? Да. Ну, рассказывай тогда им тактику, я отошел хаос. Дай мне ниточки. Ассист. Я тебе дал ассист? Ассу.
Такс, народ, смотрите. Босс на первой фазе будет биться под колбой. То есть здесь. На второй фазе, перед тем, как будет вторая фаза переходка, появляется два слизня. Да, два слизня появляются, зеленый и красный. И на вас будет появляться дебаф. Соответственно, если зеленый дебаф, вы можете бить зеленого слизня. Если красный, вы можете бить красного. Все, кого выбирает зеленый, становитесь вот сюда в трусы. Смотрите, вот выбрал он одну цель. Эта цель остается здесь в трусах. Остальные побежали бить зеленого. Ваша задача будет стоять за, ну, так, возле зеленого слизня, чтобы вас отбросило назад в квадратик. И будем так же самое зеленого бить с квадрата в трусы, чтоб летали. То есть выбирает второго в цель. Остальные все сзаду бьем также слизня, чтоб отлетали назад в трусы. И, соответственно, с чумой не слакаем, чуму передаем. Чума это такая же, как на великане. Если не передадите, то вас убьет. А как передать? Просто стоишь в туче? Просто стоишь, да, как на великане стоишь, и она просто соседнему отдается. Еще раз повторяю, от зеленого будем летать... трусы, квадрат. Если что, давайте я вам ориентир поставлю. А зачем, в принципе, ориентира даже не надо, все. Чтобы отлетать в квадрат, вы должны встать за спиной, да, зеленого. Вы должны со спины зеленого быть не перед лицом. Если стоите перед лицом зеленого, вы отлетаете, соответственно, сюда. То есть до того, как зеленый подходит к цели, тому, кого выбрал, вы должны за спину встать. А от красного также бегать или? Угу. Плюс-минус вот по этой траектории. Не могу рыбку похавать. Все молчат? Mm-hmm. Да. Да, все молчат. А Винсон, умеешь сидеть в кукле? Да, только ты мне скажи, как вы здесь плюете сразу в красного, а потом зеленого на фильмке. Или... как тебе бы сказать? Я хотел тебя на замену поставить, но забыл. Ладно, похуй. Присты бахните, а то у меня регу нет. Ставлю рыбу. А Винсон, какой у тебя второй спик? Инту. Ретрик. Давай в ретрика. Микстурка в танка. Ладно. Сейчас плачет один царь. Почему я плачу? У нас не будет анхолик. Анхолика не будет. А, так, ребят, ладно, давайте, я пошел. Свидание.
Сомалийский, ты вроде умеешь сидеть купле. А чё у нас этот, микстурка в танке, да? Да. А этот там чё, какой-то... Не, не доверяют. То есть Редрик устрали больше? Диван, блядь. Доверяете больше, да? Да нормально все, занесем сейчас. И тремя сокетами на силу стама. Ну, это правильно, в принципе, как бы. А, с четырьмя. Подожди, а то может и больше. Пять сокетов, шесть. Блин, сильный по этот, выносливый паладин, короче, Ретрик. Каску. Каску по пристам. Блять, я считал сокет у него на основу выпули, а еще наркоман. Китами, омоложение на куклу. Куклу Хилю тоже не забывай. Восстановление не надо, Китай. Просто можем, да? Ложиться можно. Зачем? А, упал. Ой, ну дзад упал и этот... Ложимся. Там неудачник не ложит. Ставите к чушку. Диван давайте. Во-первых, у меня что, дискорд вылетел, что ли? Не знаю, но ты молчал, сидел. Я ору, стоп по боссу, хуй кто мне слышит. У тебя кусок изо рта какой-то вылетел, это точно. Что-то я ничего не слышу. Что? Ты турбо неправильно сказал, член. Нет, нет, ты что-то кушаешь, ты не сосешь. Жалко. У пчелки. Камень в мониторе на работу ушел. Ну что, парень, нужен? Да. Конечно, ты нужен всегда, мой зайка. Я, конечно, никого не хочу обидеть, но вот... А вы что, пока на замену? Кто-то мне там говорил, что там диваны, да? Моца говорит, что ему нужно уйти, работа. А, это у Вайда еще танк есть, во. Так там Моса, он пишет, что ему уйти надо. А да, этот, давайте Вайда в танк, куклу, ванхолик. А я на боссе посижу, а микстурку в ванхолика. Как он, а? Мастер, ты вообще слышишь нас? Походу, он этот. Если мастер что-то говорит, то его не слышно. Что вы хотите? Давай воидов, танков, куклу, меня на босса, микстурка в анхолике. Все довольны. Да, и даже я. Драйгорн, тут?
Так. Этот братишка на весоломе. Чувак, не делай сокеты с там силой себе. Он не ретриками шел, у него просто пауза. Да понятно, у него в ретрике стоит стама сила. Вышел он ПВПшерный. А, ну... У него просто не сделал. Ты не понял, у меня на ретрике даже там и чарок нет, но при этом два человека идут еще ниже ДПС. Все правильно, что поменяли, конечно. Так нет, Шреддеру просто можешь подойти в руку насрать и растереть по ебалу. Не, чтобы ты понимал, как он ретрик просто. Шреддер у нас особенный. В психушках тоже особенные люди сидят. Мастер, ты будешь перестановку делать в танк? Чё, блядь, чё, собрались, блядь, убили с первого. Да ща убьём. Дрейгорн. Ты мастер, сейчас не поперхнётся, там булочкой своей. Он уже в агримаре, Дрейгорн, нет? Микстурка, давай Ван Холик, и всё, тебя за тебя меняют. Да ты чё, Эвесу набери, да и всё, пусть в ретрике будет, в чём проблема? Да все нормально, есть там ДК нету, тотем поставит этот шаман на 16%, и Н особо ничего не и тяни кота за яйца. Эвисом в пати и убиваем босса, все. Задолбали, только ТП сделал. Сейчас засумоним все. Да ладно, ладно, я тебе сейчас царский сумон дам, если у меня дарки не собьет. ЕП ему лучше дать. Или 5 человек сразу с умом от ёмы. Вообще, уважаем просто, на самом деле. Ты был недостоин. О, хорош. Я присоединю. ДД бы? Или в танк? Угу, ДД. ДД. Я секунду. Стомовой ДД. Бойт? Ну, на шо? Бойт, скажи. Шизаре войду с пятницы или нет? Конечно, войд в танка. Короче, танки через постель проходят, да, я так понял? Да. Не, ну давай, хорошо, иди в куклу садись тогда. И типа посмотрим, как... Все, вон, войдушка. Дайте мне, если что, ГПшку накините-то и все, ну блин. А можно просто в щечку поцеловать? Так, так. Сказал бедняк. И въебал сортир. Говна.